регионе прошел творческий вечер композитора Казахстана Еңбек Ері, заслуженного деятеля культуры Казахстана и Кыргызстана Ильи Жаканова. На мероприятие приехали известные артисты из Атырау, Уральска, Алматы, которые исполнили его популярные песни. В концерте принял участие области Аким Серик Шапкенов, который поблагодарил Илью Жаканова за вклад в культуру страны. Подробнее в сюжете. Мероприятие началось с исполнения песен Ильи Жаканова, давно занявших свое место в сердце народа. Это «Асилем», «Жайлаукольские вечера», «Волга» и «Урал». В концерте приняли участие артисты областной филармонии имени Нурмухана Жантурина и академический оркестр казахских народных инструментов имени Дины Нурпиисовой. Приехали известные певцы из Уральска и Алматы. Среди них певица, заслуженный деятель Казахстана Саулия Жанпиисова. Я очень рада, что сегодня, в этот прекрасный вечер, я встречаюсь с вами на вечере песен Ильи Жаканова, нашего отца в искусстве, нашего брата. В концертной программе также выступила 10-летняя Марьям. Юная артистка стала известна в социальной сети, прочитав стихи, посвященные Илье Жаканову. И сегодня она прочитала их на этом мероприятии. На творческий вечер специально приехал и аким области Серик Шапкенов, поздравил композитора с днем рождения и поблагодарил за его труд. Мы очень рады и гордимся тем, что вы оказались в Атырауском регионе. Мы считаем, что если на вашей груди сияет медаль Героя труда Казахстана, то это яркая звезда на лбу Атырау. В завершении мероприятия Илья Жаканов поблагодарил собравшихся артистов за оказанное ему уважение. 25-30 песен я написал в западном регионе. Это вся наша заслуга. Я счастлив, что мы делаем это вместе, что вы делаете эту жизнь лучше. На концерте было много зрителей. Мероприятие прошло на высоком уровне. От концерта мы получили большую мотивацию. Очень трогательно получилось. Мастер отлично выступал с оркестром, певцами, проявляя ко всем уважение. Сегодня вечер у Ильи Жаканова прошел хорошо. Мы очень уважаем композитора. Отметим, что в этом году президент Касым-Жомарт Токаев в Акорде за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан наградил Илью Жаканова знаком высшей степени отличия знанием «Казахтының еңбек ері». Акан Игла, Тлек Кабулгумаров, служба новостей.